Хоть бы раз меня с собой отдохнуть взяла. Я жена, ты меня отдыхаю. Ты ничего не перепутала? Я так-то твой муж. Никаких исключений. Никаких. Ребятушки, всем здорово, Саныч на связи. Всех приветствовать вас, рад у себя на канале. Этот бьет копытцем. Возьми меня с собой отдохнуть. Ну возьми. Ребята, скажите мне, пожалуйста, видели ли вы такие ситуации, когда... Ну, я думаю, что видели, потому что оленей у нас на 100 лет припасено, да, когда женушка отдыхает отдельно, возможно, даже летает. Турция, шмурция отдельно отдыхать, а оленяшечка покорно работает на работе, чтобы этот отдых ей оплачивать. Ребята, я видел такие ситуации. Пишите и делитесь в комментариях.